нашей ситуации, я считаю, иллюстрация не просто должна быть, она должна быть всеобъемлющей и быть проведена по образцу Нюрнберга, глубокая денацификация. Иллюстрация по определению — это классовый процесс. Это процесс, который должен проходить не по принципу фамилий, потому что иллюстрация — это обмен, на самом деле, это способ сохранить гражданский мир. Это мы не разбираемся в том, что сделал конкретный Вася, Петя, Федя и так далее, но по факту принадлежности к определенной группе людей, члены партии «Единая Россия», государственные или муниципальные чиновники современной России, вот если на такую-то дату ты состоял в определенном качестве, то автоматически ты подвергаешься иллюстрации.